23 мая председатель управления мусульман Кавказа шейх Улислам Аллашукюр Пашазаде в своей резиденции дал ифтар по случаю священного месяца Рамазан. В церемонии ифтара принял участие президент Илхам Алиев. На церемонии выступили шейх Улислам Аллашукюр Пашазаде, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александр, руководитель общины горских евреев в Азербайджане Мелих Евдаев и епископ Католической Церкви в Азербайджане Владимир Фекете. Глава государства выступил на церемонии с речью.